пусков было очень много, но я переживаю, как будто это прям первый пуск. И, ну, как-то вот как, напряжение очень большое, когда улетает ракета, и я вижу разделение, у меня как-то освобождаюсь, я уже вроде чувствую, что все действительно, все прошло хорошо, все было в порядке. И сейчас вот мне подтвердили, что орбита была очень хорошая. И сейчас то есть выведение. Я уже знаю об этом, что орбита очень хорошая. Конечно, это эпохальное событие, и ведь оно признано всем мировым человечеством, что да, мы первые, да, Юрий Алексеевич Гагарин первый, и что вот сегодняшний полет это подтверждает наше первенство вот в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз» успешно вывел на орбиту «Тарханов». Именно такой позывной у экипажа космического корабля «Союз ТМА-21». Через двое суток космический корабль успешно пристыкуется к МКС. В этом нет никаких сомнений.